Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, как он реагирует на ваше молчание. Знаете как? Сижу, терплю и жду. Чего ждешь? Слушайте, девчонки, ну вот идет информация с потока. Он даже в определенные места, да, понятно, какие, ходит с телефоном, думая, что вы ему напишете, понимаете, как телефон у него уже, не знаю, как часть тела определенная ждет, ждет, ждет от вас сообщение, мечтает, надеется, что ситуация изменится. На что ты надеешься? На развитие отношений, потому что я люблю, такой прямо милый красавчик. В прошлом вы, возможно, к нему проявлялись, но он думает, что будет так, как и раньше, понимаете, так, как и в прошлом, что мечта моя исполнится, вот она, так как и раньше, появится, проявится. Но вы не собираетесь, вы ждете от него действий. Да, 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 девчоночки, вижу. Ну, читайте мысли на ментале, очень сильная связь. Ну что же, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.